Добрый день, вы смотрите канал Workout Fitness городских улиц, с вами Олег Аксенов. Я хочу сегодня поделиться небольшой философией в воркауте, вообще в жизни, как я живу и как я занимаюсь каким-то либо процессом, какой-то либо деятельностью, и расскажу именно той философии, которой придерживаюсь последние несколько лет, последние 3 года, это уже точно. Называется «Семицветик». Я говорил это в интервью, буквально в крайности, я не стал углубляться, потому что все-таки отдельный разговор. Да. Так вот, семицветик, что я включаю? Семицветик — это 7 лепестков от общего листка, общего цветка, того, чем вы занимаетесь вообще. Итак, первое. Это то, что тебе нравится. Ты занимаешься прежде всего, чем тебе нравится. Потому что если этого не будет, не имеет смысла вообще заниматься, потому что ты от этого не получаешь кайф, и не будет это от души, не будет это искренне. Второе. То, что у тебя получается, это очень важно. Я именно тоже второе ставлю в приоритете, потому что если у тебя это не получается, но тебе это нравится, что толку? Ты ничего не достигнешь, по сути, и ты будешь тупить, косячить, тебе не будет не получаться, ты не будешь от этого какой-то иметь смысл. Третье. То, на чем ты зарабатываешь. Я не говорю сейчас только деньги, я говорю все материальные ресурсы. То есть это может быть грамоты, медали, может быть деньги, может быть какие-то товары, призы, какие-то недвижимость, там, не знаю, движимость. То есть все, что несет в себе материальную сферу. Все, что можно потрогать, именно материально. Элементарно зарплата, да? То есть зарплата, ты что-то делаешь, тебе это нравится, где это получается, и ты получаешь за это деньги. Логично. 3 в 1. Очень часто вы это видели. Это называется успех. Но я сделал это 7 в 1, потому что ну никак я не могу это в 3 это впихнуть. 4. То, что несет пользу другим людям и всему миру в целом. То есть ты можешь людям приносить пользу, можешь животным приносить пользу, можешь экологии приносить пользу, можешь науке приносить пользу. Просто несешь пользу. Это такой альтруистичный момент. Некоторые занимаются только этим, то есть им это не нравится, у них это не получается, они на это не зарабатывают, но они как-то приносят пользу, они пытаются. Вот, это тоже очень уважительно, очень здорово. Но я сейчас говорю о семицветике, чтобы это было все в одном, и тогда будет это все идеально и наиболее лучшим образом, наиболее эффективно. 5. Связал это рядом, потому что надо не забывать о себе любимом, то, что приносит пользу тебе. Почему я говорил 3-е зарабатывать, что материальный момент. Вот. Тут материального отодвигаю просто отдельно. Можно совместить, но я отодвинул, потому что, чтобы было понятнее и конкретно приоритет расставить. Потому что не всегда зарплата – это польза тебе, это просто зарплата, просто выжить, заплатить за квартиру, там, обеспечить семью или еще так далее. Как эта польза тебе не идет, я думаю, понимаете, вот эти тонкости. А что значит пользу нематериально? Это значит здоровье, развитие, навык, умение, ментальная сфера, социальный авторитет, эмоциональные эмоции для души, для физики, здоровья, что-нибудь, укрепление тела, или профилактика, или рекреация, реабилитация, что угодно. Пользу себе. 6. Это то, что ваша деятельность, то, из-за чего ваша деятельность вам не должна надоедать. Это разнообразие. Это мой ключевой момент разносторонности. Для меня является изюминкой развития. Поэтому 6 обязательно должно быть разнообразие. Ваша деятельность, какая она ни была бы, она должна быть разнообразной и широкой. 7 я долго думал и понял. Должен быть творческий момент, креатив. Все, что вы развиваете, опять же, 6 берите. Это все здорово, круто, но без 7 не будет полноценной картины, если не будете что-то создавать. Творческий момент, креативный, что-то новое. То же самое воркаут, да, он же появился. Откуда появился? Вот, из каких-то ниточек, из чего-то там, из прошлого. Но этого не было как такового, это все объединение. Кто-то считает вообще новым. Взять какую-нибудь штуку, там, художество, живопись, какое-то новое направление, этого не было. Это новое создалось, тем самым люди новому удивились, им это понравилось, они начали в этом быть. То есть, чем чаще вы создаете новое, чем больше все остальные 6 увеличивается. Ну, думаю, все. Я жду от вас 8-го, я буду очень рад, если вы, потому что на сегодняшний день я пока не нашел. Всем пока!